В центре Праги на Вацлавской площади сегодня прошел массовый митинг протеста против планов размещения на чешской территории радара, который будет входить в американскую систему противоракетной обороны. По данным организаторов, в митинге приняли участие почти 5000 человек. Это крупнейшая акция протеста с момента начала чешско-американских переговоров по ПРО. В ходе митинга прошел сбор подписей под петицией к властям с требованием проведения общенародного референдума по вопросу размещения американской ПРО. Под этим документом поставили подпись уже 35 тысяч человек. Как показывает опрос общественного мнения, 2/3 жителей Чехии против размещения американского радара на ее территории. Нам не нужны новые базы. Они угрожают нашей безопасности. Мы требуем проведения международного референдума по размещению радара. Если референдум не пройдет, то мы не будем поддерживать никаких соглашений по системе противоракетной обороны. Мы считаем, что формат переговоров между Чехией и США недостаточный. Чехия является членом Евросоюза и НАТО. Мы будем искать решение проблем своей безопасности в этих организациях.